Среди многочисленных экспонатов Костромского государственного объединенного историко-краеведческого музея-заповедника внимание посетителей неизменно привлекают эти причудливые изделия из бересты. Все они созданы искусными руками мастерицы Валентины Евстигнеевны Шантыревой. Более четверти века проработала она на железной дороге. Но вот вышла на пенсию, появилось свободное время. С непривычки и не знала, чем заняться. И вспомнилось, как в детстве в родной деревне Захарова старики учили ее плести из бересты. Оказалось, не забыла. Теперь к ней самой приходят поучиться и взрослые, и ребятишки. Работы мастерицы из Костромы можно увидеть не только в областном музее, но и на всесоюзных выставках.